Добрый день, это я, Уриэль Штерн, и сегодня не кулинарная программа. К сожалению, в жизни, когда приходит кому-то в дом что-то нехорошее, это не чувствуешь. Не чувствуешь. Пословица «своя рубашка ближе к телу», она правдивая, никуда не ушла. Но когда снаряды начинают падать, пусть даже не в твой дом, а где-нибудь очень близко, начинаешь понимать, что от проблемы не уйдешь, не увернешься. Придется по-мужски засучить рукава и начать ей заниматься. Я понял, что надо открыть фонд. И этот фонд должен действительно заняться тем, чем, по идее, должно заняться было бы Министерство здравоохранения Украины. И самая моя большая мечта, чтобы я закрыл этот кабинет на ключ, и всем действительно занимался бы Министерство здравоохранения Украины. А пока придется нам всем засучить рукава, кто чем может, с миру по нитке, и убить эту гадину, убить эту проблему. Или, по крайней мере, закрыть ее максимально плотно.